Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И вновь сегодня я хочу вам представить один из моих любимых анекдотов, отражающих во многом суть нашей реальности, нашей действительности. Лежит человек под пальмой на родине, млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы. Вот ты, человек, лежишь, бездельничаешь, а мог бы на пальму влезть, нарвать бананов, пойти на рынок и продать. «А зачем?» – отвечает человек. «Ну как зачем? На деньги с проданного купишь тележку, нарвешь бананов намного больше». «А зачем?» – снова спрашивает человек. «Да ты с проданного сможешь уже купить грузовик и возить большие объемы. Потом наймешь работников, они работать будут, а сам будешь лежать и ничего не делать». А человек ему говорит: «А я и так лежу и ничего не делаю». Спасибо за внимание и удачи всем!